Привет, ребята! Вы знаете, что российские телевизионные пропагандисты очень любят Запад, очень любят Америку, очень любят Западную Европу, отдыхать, кое-кто и дома покупать. Ну, как вы знаете, Соловьев там, по-моему, только Киселев реальный патриот, и у него дом в Крыму. Но, правда, отдыхает он тоже где-то там, в Италии бывает, да, его видно, в Италии, там еще где-то. Вчера мне попалась новость, что еще одна продажная патриотка решила отдохнуть в Америке. Помните такую? Прекрасным солнечным деньком на митинг он идет. Руками не окрепшими плакат он свой берет. Да-да, она самая. Фотографии ее с прогулок по Нью-Йорку. Ну, теперь они во всем интернете. Я уверен, что вы можете их найти везде в открытом доступе. Вот так вот гуляют звезды ваших телеэкранов на Западе. За деньги они вам рассказывают, как надо, как нельзя ходить на митинги, как нельзя против власти выступать, как вот все в России правильно. А сами гуляют на неправильном Западе. В Гейропе, в Пиндосии, нехороший. Во вражеских странах отдыхают, а? Деньги тратят те заработанные, те самые деньги, за которые они вам рассказывают, как нельзя выступать против власти. Вот такие вот дела, друзья. Так что поздравляю вас с очередной патриоткой, проживающей, не проживающей, но во всяком случае посетившей злобную, вражескую, западную, буржуазийскую страну. Ух! Учиться!